такое пенсия, Ника? Ну, когда-то кто-то поет хорошо. Получается, что Филипп и Николай пенсионеры? Ну да. Пенсия – это когда один человек, он молодой, он зарабатывает деньги, потом становится старым, и он на эти деньги выбирает себе поездку куда-нибудь. Например, в Париж, в Канн или в другое место. Неплохая пенсия. Кто в вашей семье уже получает пенсию, скажи мне? Пенсию брат поступил в институт. Брат поступил в институт и получает пенсию? Ну да, чуть-чуть.